там под лодкой ввалило. Готов помочь мне? Мамка, 2,5. Беги. Друзья, всем привет, всем доброго времени суток. Сегодня прекрасный день, ноябрьский. Какое число ведь сегодня? 12. Сегодня 12 число. Приехали мы в Сорокошичи с Виктором. И будем, что делать? Будет баттл джерки против воблеро. Да, будем ловить и джерками. В общем, сегодня Виктор будет упираться только в крупные приманки. Вот все, стартуем. Погода шикарная. Хотя не знаю, хорошая ли она для щуки, но мне пока все нравится. Заехали мы на точку первую. Начнем что-то мудрить. Ну, я сначала поставлю на одну снасть, поставлю воблеры класса минул. А на вторую поставлю на джерковую палку, поставлю, как то меня и обязывает, джерк. А Виктор будет упираться только на джерки. Потому что, сами понимаете, дорогие воблеры я ему не дам. Правильно ведь? Ну, посмотрим. Но это же по-честному я сказал. По-честному, да. Как есть, так есть. Это же просто без этого. Здесь можно, Витя, и джерками. Здесь под нами 4 метра сейчас. Бровка сзади. Куда она идет? Яма в ту сторону. Да, а бровка у меня за спиной. Значит так, техника безопасности при забросах в лодке ты ознакомлен? Смотришь налево, направо. Да, потом кидаешь. Потому что по-другому может быть неприятность. Слушай, ну непривычно, ты карасишь такой же вообще. А мне понравился он. Я причем... Я сразу еще не раскусил его. Я причем еще мелкими вобами. Вот он. А, вот это красавчик. От мастера Йо. Вот это быстро тонущий. Soldier Fish. Быстро... Нормально, десятку я сейчас бросаю. Да, я же тебе говорю, что я сам был удивлен. Сверхбыстро тонущий джерк. Вот здесь вот можно сейчас с утра им немножко кинуть. Попробуем сначала. Им. Просто хочу кинуть куда-нибудь. На рыбалке ж ты знаешь, что самое главное? Ага. Ух ты, улетел куда? Попасть в воду. Все, теперь я жду, пока он утонет. Но вот это мы опять начинаем тестировать. Продолжаем тестировать лайк джерк. Лайт джерк. И у Вити, и у меня. Мне понравилось в плане, хоть, конечно, внешний вид этой удочки не впечатляет, но смыкать приманки ей очень крупные, это до 100 грамм, очень удобно. По идее, там как раз бровка. Прекрасно понимаешь, вот эти истории, товарищ, тем, кто рыбачит, у него два раза спин, мульт с рук утонул. Как? Закидывал неправильно, Миша? Закидывал, да. Ух ты, есть. Есть? Рука. О, так, Витя отметился, джерк. Блин. Чуть мне с лодки не вытянуло, ё-моё. Это так. Первая моя щука на хватистке. На, такой, на, не позволь мне перед подписчиками, не позволь, Анатолий. Что, не надо? Не надо под саку. Что, мелкая, что ли? Хорошая рыба, но под саку не надо, не надо позволить мне перед подписчиками. А как это? Ну ладно, не хочешь, как хочешь. А мне, пожалуйста, позорь. Что-то он лапушар, ух ты, какая торпеда, ух ты ж, ё.
Вот что значит, ребята, джерки. И за краешек, да? Ага, за краешек. Ну, какая крупная. Вот, хорошая, верно. Первая моя щука на конкретный джер крупный. Как называть этот джерк, не скажу, потому что сам не знаю. Ну, это, по-моему... А там посмотри на коробке, я забыл. А улучшила, то ли? Что, будем забирать или что будем делать? Я не знаю, это твоя щука, как хочешь. Ну, я же никого не заставляю. А куканы ее никуда ложить? Нет. Есть у тебя какой-то кудок? Давай под ныненькой заберем, а там посмотрим. Тем более хороший трофей. Сейчас. И как тебе палка на вываживание? Ну, крупную рыбу, да, она вяжет хорошо. Мелкая. Ух ты ж, блин. Ну, под трех, а то ли. Ага. Вот так держи. Да не, на камеру не надо. Вот какая красавица. Просто красавица, ребята. Конечно, я понимаю, что такое джерки. Чуть-чуть совсем, не понял. Ну, немножко уже понял, да? Взяла с бровки, не знаешь? С бровки, потому что я даже бросил, там вроде как... Мелко, да, потом... Мелковато, потом сюда пошло уже глубже. Хорошая подача такая, уверенная, знаешь? Ну, класс. Поздравляю. Не знаю, нет. Мне нормально вроде. Мне кажется, что даже коротковато. Для моей, может, потрясно. О! Вот так нам тут нельзя. И щука, не сказать, чтобы там сильно крупная, но такая бойкая. Да, она. О, есть! Тоже так садануло, хорошо. О, хорошая. Атаку? Хорошая, конечно. Зачем я буду лодку протыкать? Оно ж фраерство нам не надо. Там один. Вот как она идет. Хорошая. Да не, поменьше, чем твоя, но. Ну, тоже неплохо. Вот, друзья, Джакал Реринч продолжает отрабатывать свои денежки. Какой-то малька поймал какой-то? Малька поймал, да. Ну, ну что, такая полторушечка. А фотки мы будем делать? Да. А что мы не сделали с той фотки? Ну, она лежит вон в этой. Надо же, чтобы... Я-то штанов выпутывал половину, а ты будешь выпутывать с этого, да? Ну, да. О, вот это уже летит. Это не шнура, молодец. А? Турец запасной. Это реренж. То, что ты говорил, ты привык ловить, понимаешь, то и ловишь. Ну, то и ловишь. Так, ты... Вот сейчас ты привыкнешь на джерк и будешь... Одним, да? И будешь Анатолия Эдуардовича вставлять с реренжем его. А выхода не было щуки флотки прямо? О, я ее видел, прямо видел ее, блин. Только не знаю, камера не засняла, наверное. Сказали, что были, что не было. Я ее видел, прямо она так вылетела. Ты видел, да, молния, класс. Жалко, что камера была в стороне. Не, то бы было вообще. А я говорю, а выхода не было? Ну, предыдущая рыбалка. Да, был. Она тебе и выход сделала. Классика, конечно. Вот. Ну, весело, пока весело, ты знаешь. Ставлю тут глайдер полегче, который 62, думаю. А вот да, он не хороший глайдер. Сейчас сместимся. Тут вроде. Вот она. Не надо смещаться. Капуга, это Анатолий.
Нет, хорошо потянуло. Вот так? Не знаю. Ну, хорошая тоже. Далеко, да, взяла? Далеко взяла, да. Я туда не добрался. Я ее уговорил. Так тянется. Упитанненькая такая. Где? Шалупань такая. Шалупонь, говоришь? Такая приятная. О, вот какая. Ребятки, шалупонь. Реренч. Реренч реренджит. И катушка бантам. Так, ну надо заканчивать, надо заняться. Это ловит. Надо джерковый. Ну вот смотри, как он тонет. Как я его. Ой, очень медленно. Очень. Вот тут как раз. А здесь. Зато летит за облака. Здесь можно на дно и не опускать. Можно. Поставил салмовский слайдер. Лично утопленный. Вообще, когда в детстве, вот самая такая интересная вещь, вот наблюдаю, когда я в детстве вот с родителями мы ездили там на рыбалку с отцом и так далее, мы обычно ловили вот судака, например, и щуку на живца. Но самый лучший живец — это была красноперка, но не плоская. Вот плоскую рыбу ставишь, типа густирку, подлещика, ага. Все, не берет. Не хочет, да? Вот не хочет, да. И всегда старались искать, ну, ловить живца. Вот самые хорошие — это красноперочки там. Ты видал, как летают они? Но летит это не от удочки, это от рыбака. Удочки одинаковые, катушки немножко, ладно. Разные. Мне нравится, что его можно катушкой тоже анимировать. Отлично получается. Ну, слайдеры, в принципе, и джерки, они все анимируются катушкой. Да. И надо делать пол оборота катушкой. Вот она. Вот она. Издалека, да? Анимировал катушкой, чтобы ты. Ты вот только сказал, у тебя что, ты пророк или что? Я не понял, видите? Сегодня уже два раза было. Два раза, да. И, говорит, начинает анимировать катушкой. И я ее катушкой раз, и салмовский слайдер показал свою. Видишь, опять с той зоны, можно сказать, а? А перехлестнулась-то, а? Смотри, как этот, как крокодил. Так. Вот такой малыш попался. Мы его, конечно, отпустим. Таких малышей мы не берем. Ну, видишь, вот здоровый слайдер и... Это десятка. Я не знаю даже какой. Вот и я тебя под джерком уже достал. Беги, малая. Когда рука уже заболела, понимаешь? Уже рука натоптана. Я еще говорю, по полоборота. Вот делаешь полоборота, и он, да, вот, гуляет. Хорошо гуляет этот. Отлично, да, мне тоже понравился. Глади такие. Не, слушай, ну вот так вот, если разобраться, такая удочка, ну, блин, зачетно, да? Нет. Хоть она
дешманская, так и выглядит она не очень. Хотя бланк неплох. Наплывы лака у меня там такие, что... Ну, я наплывы не видел, потому что я слепой. Но вообще достойно она отрабатывает джерки, я хочу сказать. Вот, не знаю, 100-граммовых у меня нету. Вон есть 80 грамм можно поставить. О, я бы кидал 80 грамм. Я потом поставлю. У меня есть этот, здоровый силикон, надо будет на яме пробовать и ей кинуть. Там 100 грамм точно будет. Там можно по шнуру, что шнур ходит туда-сюда. Да. Это на спиннинге, тут дальше заброс, в принципе. Ну слушай, на такой коротыш и летит, вот я сейчас скажу сколько. Я уже метр вымотал, 2 метра я вымотал, вот 3. Считаем 4, у меня по полоскам 5, насколько я кидаю этим коротышом 6, 7, 34, 35, 36, 37, ну в общем, короче, 38, 40 метров. 40 метров вот этим коротышом, это, ребята, 1,60 м, и, по-моему, вот этот слайдер 27 грамм или 28 грамм, если я не ошибаюсь, конечно. И это я кидал поперек ветра. Сейчас по ветру, наверное, за 40 метров кинул. Что, сейчас сместимся чуть-чуть. Здесь немножко подраконили. О, есть! Слушай, слайдер работает и хорошая, блин. Вот, ребята, какой же кайф эта рыбалка. Ух ты! Ты видишь, что творит? Не подавись крючком, Витя. Крючок захапал. Слушай, ведет в сторону, лодку на глиссир выводит. Да? Такая крутая. Слушай, ну зачетная палка, блин, за такие деньги, за копейки, просто зачет. Просто зачетная. Ой, красивая, Она еле сидит там. Это опыт. Этот надо с очком брать, иначе она уйдет. А вел катушка или руками? Красота! Нет, ты знаешь, опять в пол тыка катушкой. Чё? Не пойму, что тут вот эти водоросли или... Хопа. А не, рыба. Хопа, ракушка, да? Да ничего, не идет как кирпич. Может, это? Ракушка. Может, ракушка. Может, водоросли много там. Не, ну она же должна сопротивляться. Не, значит, водоросли, не может быть такого. Я пульнул по метру под 70. Под 70 метров? Где-то там. Куда пульнуть, чтобы тебя не зацепить? Почему-то рыба пульнет влево. Что она влево? Будет у нас 5 влево. Водоросли, не может быть, что прыгнуть. Я слышал, что набилась. Ты джигом? Что? Не, она зарада. Может, окунька валил, где ты обмотал его? Не, рыба. Она. Рыба? Да, судак или что? Щука! Вот это здоровот, зарада, зарада. Далека, именно на бровке тут, я на миллиард. Да, да. Кто-то бросает по сторону. Этот о, вообще, и... ты смотри куда. И... Видел? Давай, доставай ее. О, килушечка. Килушечка. Именно тут, именно я попал на миллиарду туда, понял? Четко на мель. Стой, ничего себе, бабочка летает в ноябре, слышишь? Бабочка? О, да, смотри. По корме, смотри. Что, может, в калибре? Да.
Сейчас я ее воблером собью. Ты глянь, как она не устает крылышками махать. Махать много надо. Она сейчас хочет сесть тебе на голову. Там отворит. Вот она. Вот это оно. Блин, ловится в тени. Это, кстати, вот это оно, да. Это настоящее. Вот это вот 100 грамм где-то. Сейчас да. Проверим. Ты поймал, разловил, да, ее? Посмотри, она вся изрезана. Смотри. Красиво, да. Ух, такие порезы еще. Смотри. Ух ты, ё-моё. Да. Ну как ее кинуть, я не знаю. Спеша. Сейчас проверим. Сейчас проверим, что тут живет. Ну то сколько я закинул? Метров 30 кинул, интересно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 метров. Ну 30, если. Это то, что надо. Ладно, удочка выдержала критику. Ну давай, малой. На тебя вся надежда. И лети за 150 метров. Хорошо, больше света добавлю. Ну как работает? Шикарно, да? Да, да. Мы делаем немножко заваленным на хвост. Я так на форели гружаю так. Чуть-чуть как бы завален. Так, мы себе стали гигантские, наверное, да? Попробуй. Вдруг тут такая щука сидит, которая смотрит на эти приманки, что мы кидаем, и думает, ставьте уже что-то покрупнее. Ну, глайды короткие. Ну, этого короткие, да. Есть! Да? Ох ты, блин, ты понял? Номинул. Взял она... Она, наверное, или что? А? Переключилась? Вот так она? Я не знаю. Смотри, какая. А, хороша мамка. Красиво, красиво. Ты просто хочу забросил, наверное, большую часть этого были, да? Нет, взяла на полпути. Смотри. Просто прелесть. Как теперь не верить в эту приманку? Я не знаю. Как теперь? Вот, поэтому все смеются, говорят, да опять сейчас будет своим рейринджем мотать. Ну, вообще, если он ловит, что я сделаю? Отлично, отлично. Поздравляю. А? А ты говоришь, рыба не ловится. Это... Мегабас каната. Да? 160. О, ну это я понимаю. А для щуки это верховочка. Что, будем кушать или потом? Давай по забросу еще. Вот, понимаю. Начинается. По забросу это значит навсегда опять. Все, да? Я взял новый дырк, и это попробует кто-то скажет. Ну, понятное дело. А ты рабочий будешь? Конечно. Вот она.
мегабас. Ой, хорошая. Хорошая идет. Идет, зараза. Утаскивай. Не знаю. Ты готов помочь мне? Ты возьмешь. Я тебя верю. Я знаю, ты настоящий друг. Ты там якорь смотри. Да я вот и смотрю. Так, вот это фотка. Это как? Треха. Олила. Треха. Треха, да. А ну подержи, треха. Не, 2 515. 2 500. 2,5. Хорошо. Смотри, чтобы не прыгнуло. Мамка, 2,5. Друзья, пускай так положи. Положи на рыбу, она не красивая. Вижу, у них в карманах чуть-чуть попадало. Беги. Как ушла. Это классика. Есть. Прям под лодкой ввалило. Да. Хорошая. Слушай, прям под лодкой взяла. Вообще крутяк. Дуа Реалис. Это мои чемпионы по щукам. Ух, как она прыгнула еще красиво. Давай, иди, я тебе сейчас, голубушка. Давай, иди сюда, иди, моя хорошая. Сейчас выпрыгнет, меня обрызгает. Все, смотри, хорошая. Хороша. Хороша. Ну, норму мы свою взяли, поэтому эту отпускаем. Беги. А ну, не хотела мне кукан отдавать. Сказала, что ей он понравился. Вот так вот дуо сработал. Кстати, тоже цвет такой неплохой. Уже не первая щучка на нем. То у меня обычно маттайгер хорошо работал. А этот такой непонятно что. Но работает. Был бы дубовый, было бы... Витька, я видел, как она у тебя долбанула. Видишь, какой воблер сработал? Вчера посмотрел. Объяви, видео. Какой воблер сработал? Вчера посмотрел видео Анатолия, он рассказал, как твичить. Я особо твичингом как бы не увлекался, вот попробовал паузы, подавал спиннинг вперед по совету гуру, так сказать. Вот, пожалуйста. На джакаловский реринч. Щуку. Вот, просто... попалась вот такая вот небольшая щучка на джакаловский реринч, увидите. Будем ее сейчас отпускать. Беги, мы норму превышать не умеем права. Делаю еще им заброс один. Давай. Ты не против? Нет. Я против, если ты его оборвешь. Так, тарабанит. Что-то, друзья, подцепилось. Или небольшая щучка, или хороший окунь. Не хватает опыта прилить, да? А? Опыта, говорю, не хватает определить. Ух ты. Вот как ты думаешь, опыта хватает у меня определить или нет? Так это багрёный. Не, клюнул. А я говорил, что окуня здесь нету.
И на что он взял, друзья? На мой реренч. Ну, видишь, против ветра, как у меня этот бантам метает, хоть бы фиг. Это хоть бюджетная. Нет, за ветром бы это летает. Вот она. Прямо здесь так подхватила жадно. А то же самое? Да. Хорошая. Выпусти с мешка какую-нибудь. Сейчас, подожди. Вот я Анатолий. Это рыбаки начали он это окружать. Кложу, видишь, кложу, чтобы не говорил, что я забрал и не вернул. Кого? Горень. Да, это джерповую штуку ты поймал. Ты поймал на... О, красавец. Отлично. Ладно, друзья, вот такая вот порадовала. Это где-то полторушка. Отпустим ее домой. Я сказал, двушка. Может и двушка даже. Вот такая вот красавица. Пусть бежит. Все, друзья, будем заканчивать рыбалку, пора на базу собираться, скручиваться, потому что потом по темному будем. В общем, рыбалка сегодня, я считаю, удачная. Поклевок много, рыбы много, но делаем вывод, что на джерке все-таки ловилось хуже, но более крупные экземпляры попадались. Да, Витя? Так и было. Надо еще учиться. Ну, надо учиться. Вот. Сколько рыб поймано, не знаю. Увидите в видео. Ну, думаю, десяток я поймал. Да, конечно. Щука размерами где-то 200 кило до 2,5 кг. Виктор на джерк поймал, наверное, побольше, чем 2,5 кг. Ну, в общем, как-то так. В общем, все хорошо. Будем ехать. Все, друзья, всем ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч. Всем пока. Всем пока.